Добрый день. Меня зовут Мишин Вадим. И мы с вами снова в парке Сокольники продолжаем говорить о птичках. Итак, сегодня я хочу вам представить вот это очаровательное создание. Это серая мухоловка. Серая мухоловка, причем птенец. Он маленький, он только начинает летать. И сейчас вот тот период, когда очень много слетков у певчих птиц. И их можно встретить в наших парках вместе рядом с нами. Они активно учатся жить, активно учатся летать. Мухоловки это крайне занятные, очень интересные птички. Они даже из названия свидетельствуют, что они являются насекомоядными птичками и охотятся на насекомых-вредителей в большинстве своем. Это гусеницы, это те же мухи, это разные жуки, это личинки, вот. Это всякая тоже слепни, кстати говоря. Вот эта вся летающая дрянь является для них прокормом. И когда мухоловки селятся рядом с человеческим жильем, а они, кстати, не боятся людей. Вот эта серая мухоловка еще у нас проживает рядом с нами мухоловка-пеструшка. Она и называется пеструшка, у нее просто черно-белая, она немножко на сорочонка похожа, только такого же маленького размера. Кстати, мухоловочки, они максимально до 25 грамм весят, а размах крыльев у них порядка 20 сантиметров. И очень мощный, если вы обратите внимание, очень мощный такой развитый клюв. Кстати говоря, у него очень хорошие перспективы. Он уже подлетывает, он замечательно питается. И я думаю, что через недельку мы его отпустим в нашем парке Сокольники, чтобы он продолжал бороться с вредителями, вот, с разными насекомыми. Вот если бы не вот эти вот маленькие печужечки, то, представляете, нас бы вся эта мушкара просто бы заела и уничтожила бы наши сады и источила бы, так сказать, изгрызла бы деревья. Поэтому вот эти, казалось бы, ну, действительно, не очень зрачные, довольно обычные. Их ареал обитания и европейская часть, и Урал, и Зауралье, даже до Казахской степи, они везде. Вот. И везде они обитают, везде они себя неплохо чувствуют, вплоть до севера Африки. Даже там есть мухоловки. И эти мухоловки, кстати говоря, они в хороших климатических условиях, благоприятных, они оседлые. У нас с вами мухоловки, они перелетные. И на зиму они улетают, потому что с насекомыми здесь уже беда, которых они ловят. Они же ведь летающих насекомых ловят. Это тоже очень интересный факт. Если наблюдать за мухоловками, она сидит вертикально на ветке, высматривает добычу, крылышки у нее трепещут, и она буквально как ястреб, так сказать, хищник, но она точно так же на летающего насекомого нападает и очень ловко, эффективно его ловит. Так что вот я вам представил такую замечательную птицу, вот, которая попалась к нам в орнитарии на выхаживание. Мы с удовольствием ее довыходим и с еще большим удовольствием выпустим в нашем парке. До свидания.